Марья Ивановна, а вы можете нас пораньше срока отпустить? Угу. Когда к доске я его вызываю, он молчит, а как отпрашиваться, так он первый. Ну, у нас просто последний урок у вас. Было бы здорово, если бы вы пораньше отпустили, я бы на автобус успела. Она бы на автобус успела. Последний урок? Ну, раз последний урок, проведу еще дополнительный, который мы пропустили из-за праздников. Родителям. А тебя, Денис, попрошу, чтобы перевели в другой класс. В любви, как на войне. Все средства хороши, подружка.